Смотри на меня, я просто упадок огня. Всем привет, с вами Миёк и Костян. Мы будем сегодня проходить карту, которую, между прочим, сам Костян и сделал. Она называется какая-то там лаборатория мистера Дэйна или доктора... Только не мистера, а просто Дэйна. Ну, просто, да, лаборатория Дэйна. И, в общем-то, сегодня мы будем ее проходить. Вместе, кстати, знакомьтесь, это вот сам Костян. Это его скин, он его сам себе сделал. И, кстати, нажми F5, чтобы... Кстати, меня тоже. Да. Так, ладно. Итак, что у нас здесь? Правило, не ломать блоки, окей, кроме глины. Глину ломать можно. Правда, я понятия не имею, как глина выглядит. Это глина? Нет, это не глина. Я скажу, когда я помню. А что это такое? Это песчаный блок. А, вот оно что. Тут такие египетские. Да, у меня все египетское. Не читерить, окей. Разрешается использовать команду timeset. Блин, а мы все на сервере, мы timeset не сможем использовать. Так, создатель Дикс Видлер. Привет. Если ты прочел, то ты крут. Я знаю, да, я крут. История. Ой, я крут. Ты обычный человек, живший в своем домике. Ты сидел в своем доме, пил чай, ну, как обычно. Но вдруг что-то ударило тебя по голове, ты оказался здесь. Ну, нифига себе. Ты что? Где я? Как я здесь оказался? Эй, есть тут кто? Тишина. Похоже, никого. Я думаю, мне следует осмотреться. Здесь. Вдруг я найду выход. Как-то ведь я сюда попал. Итак, мы идем. Итак, спать. А что это такое? Зачем это? Кровать. Да? Нам стоит поспать, чтобы мы не появлялись опять в том странном месте. Ну как нам тут поспать? О, я могу спать. Что, можно начинать наш поход? Думаю, да. Вперед. Почему-то я должна идти вперед. Ну, потому что я знаю, что дальше, хотя уже не очень сильно, но... Ну, кстати, тут смотри, как классно сделано. Прям такая колонна, да, это все. Так, а куда мне вперед? Умеет выглядеть немного по-другому. Да. Куда мне, вниз или вверх? Ну, я пойду, наверное, вниз. А вдруг там какие-нибудь монстры? Я пойду вверх. Похоже, выход я нашел. Ну, вот выход ли это? Ну, хрен его знает. Лучше я пойду сначала туда. Эй, хватит падать на меня. Тут есть... Да что-то ППЦ какой-то, что-то долго очень. Так, здесь все завалило песком. И что, и все? А что? Что? А это что? Это песок? Я песок не могу, конечно же, разбивать, да? Пошли обратно. Что за фигня? Ну ладно. Ладно. Да, пусти меня вперед, я вижу только твою жопу толстую, загораживающую мне проход. Не видишь, я здесь подрекую. Ну как это? Я вижу твою жопу, вот я сзади. Так, ладно, что, мне сюда надо падать, да? Ведь я упаду. Ну ты что ты сделал? Оттолкнул меня. Ненавижу тебя. Ладно. Похоже, я попал в какую-то лабораторию. Нужно идти. Эй! Так. Оба-на. Вот это да. И что тут делать? Тайна. Ну, я могу дать ему подсказку. Тут нужно делать какую-нибудь хрень с кнопками. Нет, рычаги не действуют. Зачем ты их поставил вообще тогда? Они красивые. Так, надо попробовать сломать код. Так быстро, слушай. Ого. Серьезно, как так быстро? Я думал, тут полчаса жмай, а ты убрать. Ну что мне это дало? Подожди, он что, открылся? Он был закрыт? Да. Тормоз. Погоди, ну я просто не заметила. Я просто не поняла, что случилось. Я просто уже... Он куда-то отодвинул, что ли? Да, видишь, что там появилась дырка. Все понятно. Нифига себе. Ну ладно. Я далека до всего этого. Вы это видели вообще? Так. Я открываю дверь. Там, по-моему, что-то плохо. Что, мне тут прыгать надо, да? Что ты сделал? Зачем ты меня постоянно бьешь? Я не пущу больше. Зачем вы прыгнули в яму? Что тебе делать? Мы застряли тут навечно? Нет. Да что ты меня столкнул в нее? Я могла пропрыгать сверху, а ты... Если ты меня не бил, я тебе отвечу за все. Ты что ж ты сделал-то? Все. Так, эй. Да что такое? Я заперт. Я тебя вижу, а ты меня не видишь. Слушай, кажется, я заперт. Вон, смотри, там написано табличка. Я не
прочитал, потому что на текстурпаке это будет не видно. В общем, вокруг тебя глина. Чё, правда? Вот это глина. Так вот оно что. Я не знала, что глина. Так, и ещё одна вещь. В общем, пройди сюда. Ну, точнее, прямо на экран. Вот там ты просто не могла пролить, потому что я рассчитывал на такую дверь с дырками. А у тебя она такая, видишь? Да, у меня она такая. Поэтому вот, поздравляю, тебе надо пройти через питание и когда типа. Интересно. Так, ладно. Боже мой, почему эти двери так закрывают? Похоже, это была ловушка, но я слышал чей-то голос. Может быть, я... Так, убери свою рожу. Все-таки не один? Добро пожаловать, сказала Глэдос. И я думаю, до свидания, ха-ха-ха. Ладно, если боишься прыгать, нажми на кнопку. Ну, сейчас, ага. Да-да. Внизу лава. А ты чего ждал? Утят? Ух ты, ё. Тут должен быть другой выход, я уверен. Он посрать сел. Я не знаю точно, как тебя назвать. Тебя мордашка смазливая. Ну ладно. А тут можно умереть? Да. От блин. Что ж хорошего-то? Нехорошо. Ну, можно в это кнопку. Вот тут. Просто к слову. А теперь прыгай в лаву. Пока-пока. О! Я тебя ненавижу. Ау-ау-ау-ау. А я тебя туда свалю. Yes! Все, я поняла. Ты где? А-а-а! Джеронимо. Да что ты? Я не думал, что ты это сделаешь. Ты так хочешь сделать все, что я скажу, чтобы раздражать меня? Хорошо, тогда что-то я еще не врубаюсь. Так. Понятно, глина. Ты уйди. Эй. Ха-ха-ха. Куда делась одна это? Куда делась одна табличка, слушай? Ха-ха, похоже, умом ты не блещешь, не блещешь. Грамотей ты, грамотей. Это давно писал. Давно писал. Это не объяснение. Да. Я убегаю. Ладно, может быть, я ошибался насчет твоего ума. Ты как раз... А, ты как же от меня раздражает? А, как же он меня раздражает? А может, она? Ну, да. Ну, вон она, голос. Что ж, давай проверим, насколько ты ловкий. Попробуй хотя бы встать, что ли. Потолк мешает немного. Да уж, никогда не пройду. Ты понял, что можно бегать? Да. Так, неплохо. А как насчет лабиринта славы? Смотри, не сгори. Хотя какая мне разница? Сгоришь-то ведь ты, а я. Ха-ха-ха. Что-то мне не нравится. Слушай, давай ты вперед иди. И попила камеру. Ну, я попробую. А, не заметили. Что-то ищешь? Осторожнее. Это первый испытание, который можно мерить. Слишком оно какое-то жестокое, что ли, как тебе сказать. Лава моя. Ну как, согрелся? Ты не мог бы... А, ну понятно, ты не мог бы ты помолчать. Не мог бы. Да, я, кажется, думал о том, писать ли ты, он или она, или он, они. Ну, ты все написать, потому что для выяснения ставить, так. Как долго лезть? А еще нужно будет спросить. О, тихонько, ты можешь так? Лето. Не устал, пока лез вверх? Как ты думаешь? Ну вот и хорошо. На что это похоже? На фигню какую-то. На мост похоже? Ну, это похоже на... Ну, может быть. Окей.
можем просто зайти в школу. В общем, тут есть одна маленькая проблема. Мы не можем поставить ночь. Ад, блин, а? Что, ты упал, что ли? Типа того. Замечательно. Слушай, тебе теперь с самого начала идти. Я хочу чекпоинт. Дайте мне поспать. Пожалуйста. Ну, наконец-то мы можем поспать. Точнее, магически парить. Знаешь, да, все, мы сделали себе админку, чтобы хотя бы этот менять. Меня... А то вообще чекпоинты же не работают. Да. Ладно. Ну ладно, теперь хотя бы будет умирать, да, не страшно. Ну да, хотя бы не чекпоинт. Кстати, так. Ночь. Хорошо. А как я тут перепрыгну, по-твоему? Помнишь, как бегать? Да. И упаду. Повезло. Эх, ты знаешь, где стояла? Ну, почти. Стояла как-то вот так вот, только без шифта. Потому что если, допустим, тушу, я упаду. А, вот так я стояла, да? Да. Офигеть. Слушай, это было опасно. Ну ладно. Дальше. Как я вижу, ты очень любишь, когда жарко. А как насчет того, чтобы охладиться? На самом деле это выглядит... Что выглядит? Не так уж и плохо. Надеюсь, там нет пираний. А в Майнкрафте нет пираний, чё? Ну. Ну, опять ты это сделал? Да. Я акула, а? Ой, а! Слушай, срань, убери эту срань. Убери эту срань. Все, эта срань убита. Как ты мне это не особо помогло? Спасибо. Ну, все, вот это было. Ну, там быстрее. Тебя ненавижу. Я ни хрена не вижу. Я правильно иду? Нет. Блин. Что ты тут делаешь? Это так утомляет. Куда? Ну как же они достали, они такие стрёмные. Ой. Куда ты? Да. Я ни хрена не вижу, вообще. По-моему, я сейчас сдохну. Ну, мы верно почти. Какая нахрен физика? Прислушай, музыка опять, сейчас. А, да. Нахрен музыку, в жопу музыку. Писать, ты, черт, я чуть не задохнулся. Я слышу, ты хорошо поплавал. Да. Так, хорошо, тогда давай проверим твой IQ. Твой ICQ. IQ или CQ? Ты, он что, считает меня за дурака? Хотя, может, ты к лучшему. Это очень трудно. Раз это трудно, значит, я никогда не справлюсь с этим. Да. Да. Тут очень много рычагов, надо менять рельсы. А что надо, чтобы вот эта вагонетка попала куда-то? Туда. Ну, так она, по-моему, так уже туда идет. Я знаю. Это просто прикольнулся. Чтобы напугать. Типа надо менять. На самом деле нужно сразу. Давай. Ау! О боже мой. Упал джойстик от Xbox. Это было больно. Так, хорошо, и... Она уже туда уехала. Да. Так. Могут пытаться тебя спать. Что ж, неплохо справился. Сейчас я поставлю яркость. А где? Гастуки графики. Яркость. Ну так, пускай. Что ж, ты неплохо справился, теперь попрыгай. Так. И тут ты тоже не испугался. А чё бояться, это Майнкрафт? А как тебе темнота? Можешь не отвечать. Зомби. Ты еще жив? Что-то мне не нравится эта кнопка. В этом лабиринте есть один маленький глюк. А как насчет лабиринта? Меня зацепил. Так, давай пойдем в разные пути, чтобы я не показал, где я буду. Что? Ладно, я сам не помню, где вы. Он здесь. Тут что-то темно, как в жопе у негра. Эй, что за выражение? Я тоже не пользуюсь. Ты, да? Да.
Какой-то, блин, SCP уже. Эй, кто меня укусил? Не знаю. Я упала куда-то в какую-то опять жопу негра. Стоп, она была открыта? Я открыл ее рычагом. А, все. Так. Похоже, ты внимательный. А как насчет забраться наверх этой башни? Помахать рукой своему дому? Попробуй на этот раз сломать хотя бы одну часть тела. Попробуй на этот раз сломать? А может, не сломать? Допустим, голову или позвоночник. Я был бы очень рад. Он же злодей. Ты, похоже... А, похоже, он уже не пытается быть милым. Как будто он пытался. Так, ставим на ночь. Ночь. Ночь! Теперь мы можем это телепортироваться. Только, думаю, не стоит. Только если будет... Да что за фигня-то? Ладно, давай телепортируй тебя. Что за хрень? Тебя выгнали. Телепортируй меня. ТП. Сам ТП. Овечки! Спасибо, я отказался твоей роже. Каким это образом вообще получилось? Понятно, наверное, ты проснулась и тебя каким-то образом туда выдавило. Да что ты говоришь, ты Кэп? Ты появилась, смотри, в этой кровати. Итак. Ладно. Посмотрим, с какого раза ты пройдешь. Так, а сможешь зайти в эту дверь? Спорим, что нет? Нас мы пришли. А зачем мне в нее заходить? Ну ладно, пошли. Молчи. Будь партизаном. Возможно, ты будешь сидеть здесь долго. А я иду наверх. Ух, там далеко. Да, не больше. А если я упаду, я разобьюсь. Хотя, в общем-то, я могу остаться. В лепёшку нас... А? Там есть чекпоинт, только слово. Не устал ещё? Да не, чё. Это Майнкрафт. Если устал, то не пытайся идти дальше. Да пошёл ты в жопу. Лучше просто прыгни вниз, так будет лучше, иди в жопу. О! Вот, блядь. Я его послушала. Слушай, это нечестно. Я опять здесь, кстати. Овечки! Слушай, а что мне делать? Мне не нравится то, что я сохранилась в такой жопе. О, кстати, спасибо. Правда, я хотел сохраниться еще разок. Ладно, моя внимательность меня подвела. Я тоже спал несколько раз уже. Когда сам создавал. О, боже, упал. Стоп. Как я упал с такого состояния и не получил урон? А тут остался мой чернильный мешок. А? Тут остался мой чернильный мешок. Забыл. Не стал еще? Нет. Я помню это. Я не повис случайно? Я тут не перепрыгну никогда, вы чё? Май, я не повис? Я тебя не вижу. Пошли наверх. Не вижу тебя. Окей. Вот я смотрю, что-то падаю, всё, живой. Слушай, я не понимаю. Оу, я вообще вначале остался. Там твои лайбины лежат. Ненавижу паркур. Ты что, совсем? А, боже мой. Да я не люблю прыгать. А вообще, у меня есть тебе предложение одно. Как насчет сохраниться в другом месте? Лестницы ты еще можешь прыгать? Че? Лестница ты еще... Эй, куда пропала еще одна буква? Еще одно слово. После лестницы. Это было странно. А вот, неужели даже после это длинной лестницы ты еще можешь прыгать? Слушай, ну я, конечно, могу прыгать. Меня тут заставляют это делать. Считай, насильно.